людей. И от того, как мы отрегулируем эту сферу, многое зависит в судьбах этих людей. Поддерживаем. Поддерживаем. Голосуем. Голосуем за кандидатуру. За кандидатуру Путина Владимира Владимировича на предстоящих президентских выборах. На пост президента России. А на парламентских выборах. С триумфальной победой поздравляем Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина. Партия «Единая Россия», «Народный фронт». Мы голосовали и голосуем всегда за вас. За Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия», «Народный фронт». Если это действительно так, камень бросили, не на что деньги вставить, и только на основании этого ребенка отобрали. Ну, вот вы говорите, да, вот вы говорите абсолютно, но когда начинаешь ковыряться в проблеме более глубоко, выясняется, что там кроме камня и разбитого окна есть еще десяток причин. Вот в чем дело. Я сейчас совершенно не хочу защищать, я сейчас скажу свое отношение, выражу, сформулирую. Не хочу защищать тех, кто это делает. Если это делается бездумно, по формальным основаниям, это достойно осуждения. И наоборот, нужно обратить внимание местных властей на то, чтобы не доводить дело до отъема ребенка из семьи, а помочь этой семье, помочь стекло вставить, поддержать. Правильно! Правильно, поддерживаем. Поддерживаем. Самый лучший в мире прямой эфир. Прямой эфир. Путина Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича Медведева, партия «Единая Россия», «Народного фронта» с россиянами. Россия лидер мировых процессов. Гарант мира стабильности. Гарант мира стабильности. Благодаря Путину Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, партия «Единая Россия», «Народному фронту». Россия лидер мировых процессов. Теперь по поводу того, что государство настроено на том, чтобы поддерживать детские дома и не поддерживать передачу в семью. Вы ошибаетесь. Государство настроено на то, чтобы способствовать передаче ребенка в семьи. Я уже говорил, у нас растет количество семей, берущих детей на воспитание. Прекрасно, поддерживаем. Усыновление растет. И в России все делается для счастливого детства и материнства. Для укрепления духовности, института семьи и брака, укрепления армии, МВД, ФСБ, ГРУМЧС, прокуратура, полиция России лучшие в мире. Благодаря Медведеву, Путину, Нургалиеву, Бортникову, Коновалу, Сердюкову, Чайке, Фурсенко, Голиковой. Соответствующих пособий. И количество учреждений, в которых дети воспитываются, у нас сокращается. Я боюсь ошибиться в абсолютных цифрах, но совсем недавно их было, по-моему, 120 с лишним тысяч, а сейчас их 88 с небольшим тысяч. Прекрасно! Победа! Ура! Победа на века! И нужно, чтобы люди были готовы к тому, чтобы взять на себя ответственность за воспитание ребенка. Поэтому мы изменили всегда готовы, поправили его. Если раньше семьи, которые берут детей, должны были пройти соответствующую подготовку, в том числе и психологическую подготовку по воспитанию ребенка, раньше это было по желанию, теперь это стало обязательным требованием. Это тоже правильно. И, конечно, нужно будет наращивать денежную составляющую поддержки тех семей, которые детей берут. Ну и последнее. К сожалению, у нас большое количество отказов от тех детей, которых уже взяли на воспитание. И вот это такая важная составляющая работы с людьми, с обществом. Она не зависит только от позиции правительства. Она зависит от всего нашего общества. Нам всем вместе нужно как следует подумать, как решать эту проблему. Ну, дайте, Ольга, она вот пытается у вас еще... Раз, да, здравствует, победа! Победа, победа! Поздравляем вас, предстоящий! Поздравляем вас с предстоящей триумфальной победой на президентских выборах Путина Владимира Владимировича. Уважаемый Путин Владимир Владимирович, уважаемые господа Путин Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев, мы не эти партии «Единая Россия», «Народный фронт», мы не эти Медлицкие, говорим вам спасибо и благодарим вас за то, что вы все делаете для великого процветания, святой процветающей России, для улучшения жизни россиян. И на предстоящих президентских выборах мы призываем всех голосовать дружно, единогласно. Голосовать за Путина Владимира Владимировича. На парламентских выборах мы вас поздравляем с триумфальной победой. Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Путин, партия «Единая Россия», «Народный фронт». Поздравляю вас с высшими наградами, орденами, медалями. Наша армия, МВД, ФСБ, ГРУМ, ЧС, полиция.
правительство, все, Госдума, Совет Федерации, Медведев Дмитрий Анатольевич, Путин Владимир Владимирович, лучшие в мире. Поздравляем вас с праздником героев армии, ФСО. С предстоящим праздником героев ФСБ, МЧС. Героев России. Наша Россия, наш президент. Поздравляю вас с предстоящей триумфальной победой на президентских выборах Путина Владимира Владимировича. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь.